Всем привет, мои дорогие, с вами Кунанова Анна и распаковочка моего заказика. Да, что-то как-то многовато, давайте будем смотреть. У меня было несколько заказов, по той простой причине, что я то одно, то другое теряла. И вот так оно и получилось, что то одно, то другое мне нужно было. Итак, дигидрокверцетин, конечно же, артикул 157.90, тут идет каталог. Купончик и патчи ICO. Кстати, такие патчи сейчас дарятся. Итак, следующие коробочки. Давайте начнем с вами открывать. Вот так оно все приходит. Коробка очень тяжелая. А тут та-дам-да-дам-да-дам. Мы с моими девчонками заказали биокапсулы для посудомоечной машины, которые 100 лет ждали. Их долго, очень долго не было в наличии. И вот, наконец-то, они появились. И мы все взяли по 4-5 пачек. Вот тут 20 капсул в упаковочке, да, 20 стирок. Это биоминеральная формула для жесткой воды. Чем они нам нравятся? Вот эти вот голубые, то, что вот этот пакетик, он растворяется, его не нужно открывать. Вот такая красота. Кажется, много, но на самом деле открываешь, что 20 штук на 20 стирок. Так, такие же, как предыдущие, просто коробочка большая. И ощущение, что их много. Но на самом деле их нисколько и немного. Очень у них крутая аннотация. Не поленитесь, поставьте на паузу, почитайте. Просто обалденная аннотация. Также они идут с биоэнзимами, с минералами и так далее. Максимально эффективны в воде любой жесткости. Вот это мне прям безумно нравится. Поэтому мы прям все заказали 5. Я хочу сказать, что я себе заказала 8. В общем, это обалденная вещь, которой долго-долго не было на складе. У нас всего лишь получается 1, 2, 3, 4, да, у нас всего лишь 5 человек, которые вот это вот все заказали. Одну целую здоровенную коробку, представляете? Так, следующая коробочка. Угу. Значит, тут у нас с вами... Так, что это такое, интересно мне посмотреть. А, это я заказала посуду, потому что у нас... Где-то что-то Вика побила и так далее. Поэтому вот таких вот тарелочек будет у нас много. Вот очень хорошие тарелочки от компании Faberlic. Они классно моются и так, и в посудомойке. И качество просто на высоте. Состав у них идет, так, фарфор. Это салатник малый называется. Диаметр 14 сантиметров, высота 7,2 сантиметра. Ну что из них можно кушать? Салатики, супики, на стол что-то выставлять. Реально классная штука. Дальше я заказала себе, 100 лет уже не брала, вот такой вот набор Oxycarboxy. Шаг первый – это увлажняющий бальзам. Шаг второй – это гель-активатор. И шаг третий – это кислородная маска. Очень классная, про него есть рассказ. Рима Корнеева рассказывала. И вообще карбокситерапия – это экспресс-процедура для мгновенного преображения кожи. Она мне очень нравилась, потому что тут оно работает за счет того, что идет кратковременное и дозированное увеличение CO2 в тканях. И происходит активизация микроциркуляции и более эффективному поглощению кислорода. Выравнивается тон кожи, разглаживаются морщинки, идет улучшение тонуса и упругости кожи. Угу. Поэтому вот такую красоту я хочу проделать. Примерно хватает на 4 раза вот этой упаковочки. Можно каждую недельку делать. Мы адаптировали салонные процедуры для домашнего использования. Это круто, это правда очень хорошо. Итак, сегодня расскажу вам про парадоксальную историю. Терапия углекислым газом. Что это? Это так называемая карбокситерапия, которая мега популярна в салонах красоты. И мы ходим за этой процедурой для того, чтобы мгновенно преобразиться. Чтобы кожа приобрела сияние после первого же использования. Всегда углекислый газ у нас ассоциировался с гипоксией. Но с недостатком кислорода. Как же так? Организм, насыщаясь углекислым газом, в то же время насыщается кислородом. А все очень просто. Попробуйте провести простой тест. Начните дышать часто и глубоко. Что вы почувствуете? Почувствуете через минуту буквально головокружение. Если продолжите эксперимент, упадете в обморок. А что происходит? Недостаток кислорода, гипоксия. Казалось бы, парадокс, но отчасти, потому что кислорода поступает больше и больше. Организм испытывает гипоксию. В чем, собственно, проблема? Оказалось, что в основе этого явления лежит простой биохимический механизм.
Когда мы начинаем глубоко дышать, и избыток кислорода начинает накапливаться в легких, то pH крови сдвигается в щелочную сторону. Про pH мы уже знаем, поскольку микробиом мы с вами проходили тоже. Меняется структура белков, в том числе гемоглобина. И буквально гемоглобин перестает сдавать кислород в ткани. В результате гипоксия, недостаток кислорода. Но целебные свойства СО2 известны с давних времен. Еще Гиппократ лечил своих пациентов больными дерматологическими заболеваниями в источниках с углекислым газом и даже давал им пить воду, насыщенную углекислым газом. А во французском Оверне до сих пор предлагают необычную процедуру, подкожное введение инъекции СО2 для того, чтобы лечить сосудистые патологии. Помогает. А в Институте пластической хирургии университета города Сиена изучают, например, очень подробно способность СО2 разрушать жировую ткань, то есть худеть и лечить целлюлит. Но мы пошли дальше. Сейчас карбокситерапия – это мега популярная салонная процедура. Она предназначена для мгновенного насыщения кожи кислородом и немедленного преображения. Именно кислородом. Что происходит? Углекислый газ поступает в кожу, в ответ расширяются капилляры, улучшается кровоснабжение тканей, создаются условия, когда гемоглобин начинает активно отдавать кислород, то есть мы опять сдвигаем pH. Клетки получают дополнительную порцию кислорода, а в результате кожа выглядит более свежей, более выразительной, тон ее выравнивается, улучшается текстура и, самое главное, она сияет. Оксикарбокси – мегапопулярная процедура теперь у вас дома, и вы можете в любой момент ею воспользоваться. И все дело в пузырьках. Что происходит? Быстрый, надежный способ стать молодой и красивой. В результате, после первой процедуры, вы точно будете видеть, как кожа увлажнится. Это показала клиника, аж на 20%. Далее она будет более упругой, процентов на 15%. И как мы действуем? Всего лишь 3 шага, 10 минут и мгновенное преображение. Шаг 1. Подготовка. Наносим тонким слоем содержимое из тюбика 1, увлажняющий бальзам, ровным слоем, достаточно плотно в тех местах, где кожа особенно чувствительна. Что происходит? Размягчается роговой слой, на поверхности кожи удаляются отмершие клетки. Затем, не смывая, шаг 1, наносим содержимое из тюбика, шаг 2. Гель-активатор. Что происходит? Далее вы видите, как начинают образовываться пузырьки на поверхности кожи, начинает активно выделяться углекислый газ и идет его активная пенетрация в глубокие слои. В ответ на насыщение кожи кислородом происходит активная микроциркуляция, то есть кровь движется быстрее, открываются запустевшие капилляры, и это приводит к тому, что кислород активно поступает в кожу. Далее кислородная маска завершает. Вы можете смыть то, что вы нанесли ранее, затем нанести кислородную маску, если кожа у вас чувствительна. В случае, если кожа достаточно хорошо переносит эту терапию, то можете, не смывая, нанести сразу маску и походить минут 10. После терапии требует внимания и следуйте точной инструкции, дабы не навредить, поскольку, еще повторяю, процедура салонная. Далее ежедневки, вообще полностью закончились в доме ежедневки, поэтому вот такая вот куча. Это очень хорошие, качественные ежедневки. Они очень хорошо крепятся на белье, они идут с чипом, с анионовым, который предотвращает появление нежелательного запаха. Они классные, они клевые. Их тут 20 штук в упаковке, артикул 112-88. Очень-очень мне нравится. И дальше... Ну, дальше вот эти вот салфетки из бамбукового волокна. Их в какой-то момент не было, сейчас они появились. Это прям многофункциональные салфетки, которые можно и стирать. Они идеальны для сухой и влажной уборки. Они подходят для любой поверхности. Они не оставляют следов и разводов. Они обладают антистатическим полирующим эффектом. То есть это обычные салфетки, но мы их сразу не выкидываем. Можно их стирать сколько угодно. И плюс ко всему, так, артикул 910-269. И плюс ко всему, вот эти вот салфетки, они чем хороши, они биоразлагаемые. То есть мы не наносим вреда окружающей среде, и поэтому, когда их не было долго, я, покупая в магазине, честно скажу, мне даже было не по себе и даже было неприятно. Поэтому такие вот хорошенькие салфеточки, они довольно таки крепкие. Это необычные такие салфетки, ими можно делать все, если их
Вот, если их сильно рвать, они, конечно же, порвутся, но они стираются и стирываются постепенно, по чуть-чуть. Они не такие крепкие и крутые, потому что ценник у них не очень такой, знаете, высокий, но биоразлагаемый, экологически чистый. Вот мне вот это очень понравилось. Так что коробочка нам в дом. Так, следующая красавица. Да, у меня сегодня какой-то, знаете, необычный оптовый заказ. Обычно одну коробку я могу снимать полчаса и рассказывать о товаре. А сегодня у меня оптовый заказ, потому что я заказывала на стол новые тарелки, чтобы они у меня были. Итак, что же это такое? Это посуда. Классная, клевая, суперская посуда от компании Faberlic. Обожаю ее. Ее даже, в принципе, ее даже разбить сложно. Мы пользуемся годами. Она подходит и для микроволновки, и для посудомоек, и так далее. То есть она шикарна в своем исполнении, она очень минималистична и клевая. Я взяла 5 штук, как вы видите, все, там больше ничего нет. Я взяла 5 штук таких вот салатников больших. Это салатник большой, материал фарфор, диаметр 22,8 сантиметров и высота 7 сантиметров. Сюда любой салат можно сделать, положить горкой, накрыть на стол, и он будет смотреться просто великолепно. Вот такой вот прям минималистичный рисунок, то есть белый, но не скучно белый. И очень такое тяжелое блюдо, потому что фарфор. Артикул 910-078. Просто очень красиво смотрится и на цветных тканях, и на белых тканях. И очень хорошее качественное исполнение. Никогда никакого брака, ничего. Посуда в компании Faberlic на высоте. Так, следующая коробочка. Я еще заказала один гель где-то для стирки темных тканей. У меня совсем все гели кончились. Я обычно заказываю штук по 5, чтобы 10 раз не заказывать. Но тут что-то вот забыла. Так, и так, давайте же смотреть. А, ну вот, все не тут получается. Еще один дегидрокверцетин. Я-то думаю, где? Я вроде бы больше брала. Не может быть, что я так мало взяла. Вообще, этот дегидрокверцетин, вот всем, у кого есть день рождения сейчас, я им всем дарю на день рождения. Потому что состав, аннотация, это говорит о том, что это нужно пить каждому человеку. Артикул 157.90. Так, патчи One Week Miracle мне очень не нравятся. Они сейчас идут за рубль, как подарок новичка. Но каталог скоро закончится, к сожалению. Но вот пока они идут. Это мультифункциональные патчи. Очень хорошо разглаживают глаза. Артикул 0948. Дальше. Такой вот огромадный чек аннотации. Просто можно сломать. Да, можно просто сломаться. Просто огромный чек. Сколько тут баллов? Наверное, 394, скорее всего, тут балла. Что-то как-то не пропечаталось. Ну, вот и вся сумма заказа. Дальше давайте смотреть. Это чек за несколько коробок, не за эту одну. Поэтому такой длинный. Так, концентрированный гель для стирки черных тканей. 30841, обновляет цвет черных тканей. Дальше идет концентрированное моющее средство грейпфрутовый фреш «Чистая кухня». Чем оно мне нравится? Оно быстро и эффективно удаляет жир и грязь с различных кухонных поверхностей, с фартуков, фасадов и так далее. СВЧ можно мыть, но мы моем средством для духовок и плит. Значит, артикул 302.18 очень нравится. Оно в меру жидкое, наносится хорошо на губку и губкой вжих-вжих-вжих. И через минутку хотя бы нужно две позамачивать, а потом все быстренько убирается. Так, далее. Концентрированный гель для стирки цветных тканей Color and White. Можно и белое, и цветное белье стирать. Артикул 308.42. Но все-таки для стирки белого белья мне нравится чисто вот этот вот гель для стирки белого. Он обалденный. Поэтому этот я использую только для цветного. Дальше. Ну, как вы видите, я повторила аромат Aromadisiac, но это кое-кому в подарок. Поэтому себе, так как у меня одна коробочка открыта, себе я еще один возьму закрытый в запасничке. Артикул 3082. Обожаю дарить новинки, обожаю баловать людей. Это действительно классный такой суперский, сакральный, интимный аромат. Вот, мне он понравился. Вот эта вот горчинка такая, мне зашло. А вот еще далее акция была гель для душа Ботаника. Я сначала взяла 2, потом подумала, да, еще возьму 2. Артикул 2547. Ну, до чего они классные. Это мой самый-самый-самый один из любимейших ароматов вообще в компании Faberlic, вишневый цвет и хлопок. Обалденный аромат. Ну и вообще он классно ухаживает. Тут где-то у меня будет очень много таких вот универсальных антибактериальных средств. Тут одна штука, скорее всего, где-то в другой коробке будет целая их коробка. Заливаем в робот-пылесос, очень нравится. Артикул 301.36. Буду ставить тут обратно. Далее, бальзам против выпадения волос. В общем, я позаказывала бальзамов, масок, всего-всего побольше, потому что у нас с Катюшей уже все закончилось. Артикул 17.37, он идет 100 мл. Он идет для тонких, слабых, редеющих волос.
для мужчин и для женщин. Он укрепляет волосы, делая их живыми и блестящими. То есть, ну, как бы то, что нужно. И причем его консистенция мне безумно нравится. Он классный. Он пахнет хорошо, в общем, все мне приятно и здорово. Далее взяла тоников, гиалуроника, тоники для лица у меня заканчиваются, поэтому взяла сразу 5 штучек. Мне очень удобно, особенно когда поездки, а ты думаешь, что у тебя что-то закончилось, так вот у меня ничего не закончилось, все с собой взяла. Так, еще взяла, получается, это новинка, тоник для лица, абсолютная новинка, вот еще не пробовала, конечно же, в пустых баночках я вам буду все очень подробно рассказывать, потому что каждую новинку в пустых баночках я рассказываю подробно, а то, что у меня каждый раз в обзоре, я это просто показываю, что вот закончилось, вот оно было, вот оно есть, да, круговорот, да, круговорот товара в природе. Артикул 6740, могу сказать, запах, обалденный, в классный запах. Обычный тоник, клевый и классный, из линейки Омега Хит. Он дарит ощущение комфорта и свежести, подготавливает кожу к дальнейшим этапам ухода. В принципе, все, что нужно от тоника. Так, дальше. Она не должна быть одна, но почему-то вот одна. Ароматерапия. Это у нас идет антибактериальный гель для рук. Очень нравится. Он лечит руки, лечит все заусеницы. В дороге просто супер необходимая вещь. 17.02. Дальше. Гель очищающий для туалета «Морская свежесть» 302.92. Почему-то один я вроде бы больше брала. Но сейчас будем еще 3 коробки, еще будем смотреть. Значит, жидкое мыло 3+, артикул 2356. Господи, опять забыла его запах. Вот чем не пользуюсь, тем не пользуюсь. Ага, баблгамовый. Ну, такой, не очень баблгам. Груша, может быть, что-то такое. Так, дальше. Начала мыться вот этим шампунем и уже много вымыла его. Он мне понравился. Он клевый, классный, не чешется, перхоти нет, волосы не склеиваются. Там, да, то есть сосульками не висят, не электризуются. Пока все хорошо. Вот пока все хорошо. Но я скоро поеду в жаркую страну и хочу с собой взять полноценную версию данного шампуня, не открытую, чтобы уже у меня был целый шампунь, чтобы я не переживала, что у меня что-то где-то закончится. Артикул 10.082. Вот такая вот красота. Так, дальше. Паста для чистки металлических поверхностей. Не устану ее хвалить. Очень крутая штука. Вот тут вы увидите видео. Я прям целое видео с него сняла, как я мыла, как мне понравилось. Аромат свежего грейпфрута, но его практически нет. Что им можно делать? Металл можно им чистить весь. Не только ложки, вилки, столешницы, там раковины, но еще и, например, ювелирные украшения. Тоже можно, почему нет? Артикул 30.058. Он работает на ура. Далее, еще одна пачка весенних скидок 50%. У меня уже очередь на эти скидки. Девочки говорят, зови они нас, когда будешь делать заказ. Конечно, позову. Конечно, позову. Но я не знаю, сколько тут. Тут надо смотреть в чеке, который я уже вышвырнула. Ну, видите, много, да? Чуть потолще, чем предыдущие. Купонов, наверное, 150 точно у меня, наверное, будет. Так, значит, живица кедра 24.44. Профилактика кариеса и заболеваний десен, свежесть дыхания. Обожаю его. Он очень классный, он такой вот темный. Это единственная, наверное, темная зубная паста. И мне она почему-то очень вкусная. Мне вкусно ей чистить зубы. Я ее обожаю. Моя любимая, самая, ну, самая нужная паста. Не самая любимая, самая нужная. Это для снижения чувствительности. Но врач сказала, если ты будешь ей чистить зубы на постоянной основе, то она не перестанет помогать, потому что, ну, будет привыкание. Поэтому я вот чередую с этой. Обожаю эту пасту. Она мне нравится. Все в меру. Так, второй бальзам для активатора густоты волос 17.36. Так, гель для бритья. У мужа начали заканчиваться гели для бритья, поэтому парочку я заказала ему. 81.47, это его самый любимый гель, он его очень хвалит. И говорит, что мне только такой, но когда его не было, я заказывала другие. Дальше, салфетка джутовая, тоже биоразлагаемая, экологически чистая. И после того, как она уже истирается в машинке 100-500 раз, ее можно выкинуть и не бояться за экологию. Артикул 910.283. Так, Феерика Сенсуэль. О, как раз на момент съемки видео, вот в этот день я дорасходовала этот гель для душа 81.20. Легкий, классный, сладкий, приятный такой пудровый аромат. Сам аромат для меня слишком яркий, слишком тяжелый. Я им пользуюсь, но очень редко, под настроение. А вот гель для душа просто обожаю. Обожаю. Очень вкусный. 81.20. Приятный такой пудровый. Женский-женский прямо, вот знаете, такой девочковый. Как у меня муж прикалывается, говорит. Бальзам первая помощь. Видели, что у нас очень много бальзамов ушло. По
поэтому пополняю запасы. Артикул 1701. Очень классный бальзам с кучей различных трав, экстрактов, очень-очень полезных свойств различных. Тут идет уникальный комплекс природных ингредиентов высочайшего качества, который действует практически мгновенно и подходит даже гиперчувствительной коже. Драгоценное органовое масло, богатое полиненасыщенными жирными кислотами, витамином Е. Оно снимает ощущение стянутости кожи и так далее, раздражение, и все вот это снимает. Дальше эфирные масла чайного дерева, найоли и лавра благородного оказывают антибактериальное действие и препятствуют появлению воспалений. Вот такая вот красота. Ручки где-то помазать, заветренность, еще что-то. Ну, сейчас зима прошла, мне кажется, будет уже лучше. Далее, 70% скидка. Я позволила себе приобрести еще один коэнзим Q10 с артикулом 157.00. 70% скидка — это по программе Faberlic Drive, то есть у VIP-консультантов с уровня VIP-18 уже две скидки 70% от самого любого дорогого продукта. А это по программе Faberlic Drive. То есть если VIP-консультанты зарегистрированы на программе Faberlic Drive, это отдельное приложение, то, выполняют акцию, то и оттуда будут тоже подарки классные. Обожаю вот эту новую программу Faberlic Drive. Вообще прямо обожаю. Мне очень нравится. Дальше, значит, сыворотка восстанавливающая Blonde Icon. Совсем закончилась. Пользуюсь сейчас зеленой с маслом амлы. Ну и вот это 2713. Не забываю. Вот заказала. Хотела тоже взять штучек 5, потому что если дочка доберется, нам с ней это, ну, на месяц максимум. А потом поездки у нас намечаются. Поездок будет очень много. Дальше измазали мы вот такое масло. Слушайте, реально дорогое масло. 500 с чем-то рублей стоит вот такая вот штучулечка. Мне даже стало интересно. Оказывается, мелатонин, запах мелатонина, он еще и есть капсулы мелатонин. У меня недавно врач папе капсулу заказала мелатонина, и мы на Вайлберис им заказывали. Вот, он, оказывается, влияет и на настроение, и на все. Это идет не как антистресс-эссенция, а как тут написано, а идет какое-то умиротворение. Очень такой спорный, приятный аромат. Я еще не встречала людей, которым он неприятен. И когда меня спрашивают, а чем пахнет мелатонин, ну, вы знаете, сложно описать. Перец, мята. Ну, вот лично мой нос слышен. Перец и мята, зубная паста. Вот что-то такое, знаете, в куче, в перемешку. Ну, как описать, как пахнет мелатонин, да? Вот как пахнут розы? То же самое, да, сложно сказать. Так, вот пахнут как розы. И мы такие, а, вот аромат роз. И все представляют, как розы пахнут. А как его писать? Вот то же самое. Так, это в запаснике у нас идет. Это бальзамы для губ. Артикул 4740, который идет защитный бальзам на улочке. И артикул 4741, это дома восстанавливающий бальзамчик. То есть вот так вот. Дальше, Ferric Essentiel еще один. Так, моя любимая маска 40+, с артикулом 0744. Недаром ее назвали драгоценной маской красоты, маской кокон и так далее, потому что это просто вот моя находка, и пользуюсь я ей из года в год. Уже я 8 лет в компании, 8 лет ее люблю. Тут идет огромный комплекс омолаживающих компонентов, которые регенерируют процесс регенерации, в общем. Да, масло масляное. Так, дальше, концентрат-активатор густоты волос в ампулах заказала. Ну, вы помните, да, я вам всем показывала. Тут будет видео, как я их втираю, недавно снимала. Вот, вот такие вот классные штучки-дрючки. И в чат свой продуктовый скидывала. Обычное маслице. Время от времени вспомню, попользуюсь. Вспомню, закажу. Нет острой как бы необходимости какой-то. Ну и хорошо, зачем доводить до острой необходимости. Новая вода. Пробники новой воды. Значит, первое — это For Rest, если я правильно читаю, или For Rest. Не знаю, как там по-английски. Да, вот, пожалуйста, такое название воды. И вторая. А, так они обе одинаковые, что ли? А, почему-то две. В общем, да, 34.017 артикул. Ну что ж, хорошо. Так, давайте с вами будем наносить. Вот как в пробниках мало, ничего не поймешь. Так, до меня дошла первая нота. Это свежесть до меня дошла. Давайте будем смотреть. Сладкая, легкая сладкая вода. Кстати, очень даже приятная. Мне очень нравится. Да. Ничего так, да. Тяжеленькое что-то. Есть какое-то утяжеление, но и легкость. В общем, спорная водичка, которая аромат мне понравился. Аромат приятный. Не вау, круто. А именно приятный такой. Нормально. Вот прям нет ничего, что в ней бы могло раздражать. Мыло даже какое-то напоминает, да, свежесть мыла. Ну, в общем, посмотрим. Так, далее я взяла маски. Первая маска — питание и укрепление 1261. И, в принципе,
практически все это она, да, три штуки от Ботаники. Получается, вторая маска тоже Ботаника, яркость и шелковистость, 12,71. Тоже взяла масочек побольше, потому что много масочек у нас заканчивается с помощью Катюшки и Викуськи. Викуська иногда тоже любит маски. Безумно тяжелая коробка, я так подозреваю, что там моя посуда, о господи, что там моя посуда будет. Она вообще неподъемная, вообще. Вот они, где все мои моющие? Господи, знали бы вы, сколько все это весит, это просто жуть. Это жуть просто, неподъемная. Так, бальзам, ультракондиционер для белья, артикул 118-53. Так, дальше, это он. Маски. Значит, я взяла несколько видов разных масочек. Первая маска, одна из самых моих любимых, она очень хорошо питает, немножко приутяжеляет волосы, даже если вы долго-долго их смываете, все равно утяжеление какое-либо есть. Это у нас идет артикул 82-12, это с маслом органы, авокадо, апельсинского масла и аргинином. Оно моментально преображает волосы, да, действительно, очень хорошо ухаживает, преображает. Я очень люблю такие масочки. Так, где-то еще была маска. Так, у меня, ребят, классная история. Вот знаете, смузи для душа с ароматом ревеня я очень часто заказываю. И я прям балдею от этого аромата, потому что я все детство ела ревень, да, чистила его, вот эти стебелечки красненькие, и ела. И вчера Викин воспитатель, который у меня работает с Викуськой, она мне привезла ревеня из огорода, свеженькие маленькие росточки. Только потому, что посмотрела мой обзор и сказала: «Ань, ты что, правда так ревень любишь?» Я говорю: «Да», говорю, «я вот вспоминаю, огород продали, а ревня хочется». И она мне молча ничего не сказала. Представляете, привезла мне, я сидела, чистила и кушала вот эти стебелечки. Очень вкусно, вкус детства, прям обожаю. Артикул 24-57, 215 миллилитров. И вот я сейчас прям наелась, и уже так не хочется уже так гель для душа мыться, потому что наелась. Закончилась, заказала тоже артикул 302-53 чистящий крем универсальный с микрогранулами. Кремовая текстура с минеральными микрочастицами. Эффективно чистит поверхность на кухне, ванной комнаты. Придает блеск, деликатно полирует. То есть вроде бы скрежечет, но и полирует. Все отскребает. И, конечно, экологически чистит состав у всей косметики для дома. Поэтому она и называется косметика для дома. Только поэтому. Так, лет не заказывала средства для чистки духовок и плит Сила Цитрусов, артикул 301-19. Нравится, клевое, классное, но вот в том месте, где мы поцарапали плиту, у нас не трещина, не то чтобы царапина, а заширканность от миски. Уже плите больше 2 лет, и вот индукционная плита, и там наширкалась, конечно, плохо очищается, нужно долго замачивать. Тогда только очищается, прям долго замачиваем, минут 20. Поливаем и оставляем, вот тогда отходит. А так нет. А гладкую поверхность вообще мгновенно миска, там нагар от мисок и так далее, все прям мгновенно чистит. Далее гель для душа, это дочка у меня попросила, старший, этот гель для душа, это ее любимый гель для душа, называется антистресс, аромат виолет, фиалка и лемон бальм. Это что за лемон бальм? Такой тяжеленький аромат, который я не очень люблю. Я вообще фиалки, мелисса и фиалка, то есть да. Слушайте, нет, не мое, конечно, но приятно. Я там не испытаю какого-то отвращения, если помоюсь им там, нормально. Для меня нормально, Катя очень любит, прямо очень любит, поэтому я ей взяла парочку больших. Дальше, шампунь глубокое очищение и увлажнение для жирных волос. Это тоже Катюша, ей очень нравится. Я вообще про него забыла, она мне который каталог говорит: «Мама, закажи мне шампунь, у меня осталась одна штука. Мама, закажи шампунь, у меня там половина осталась». И я вот так вот дотянула до того, что она ко мне приходит и говорит: «Мама, где шампунь?» И я такая: «Катя, я забыла». Она такая: «Молодец», и ушла. Все-таки я не забыла. Знаете, по какой причине? Потому что это бонус за покупку. На втором шаге заказа открываете бонус за покупку, и можно заказать намного дешевле продукт, чем он на сайте. В корзине товара это только для зарегистрированных покупателей. И я захожу и смотрю, глубокое очищение, увлажнение для жирных волос есть. Я такая: «Ба!» И взяла кучу штук. Ей сразу раз, два, 3, 4, и еще и 5. Взяла 5 штук, пока он есть. И, кстати, я его пыталась купить в начале каталога, его не было ни в бонусе за покупку, ни на сайте. А потом он появился. Вот тоже был какой-то небольшой перебой. Так, это для духовок и плит. Господи, тяжеленная коробка, а показать нечего. В принципе, еще одна коробка. И последние две коробки. Алиса, ты опять опоздала. Алиса, будем открывать еще две. Давай будем открывать. Давай, нюхай новые запахи. Непонятные новые запахи.
Ой, не могу, кошка, ты моя кошка. Я тебя сейчас закрою. Так, что тут? Что тут? Так, значит, триммер. Он понравился моей дочке, и предыдущий триммер что-то у меня сломался. У меня было два, один сломался, и от одного потерялась зарядка. В общем, где-то мы ее то ли в номере в отеле оставили, где-то что-то, я так и не пойму. Я заказала этот дочке, этот себе, чтобы не путались, чтобы она у меня его не брала. Триммер классный, тут идет три насадки, им удобно бриться, им его удобно брать в дорогу, в общем, с ним удобно. Все абсолютно. Чем он хорош? Тем, что он маленький, удобный, компактный. И мало ли что-то где-то быстренько, мне очень нравится. Я использую его без насадок. Вот такую штучку мы у одного потеряли. Тут есть кисточка чистить. Вот она сама насадка. Тут есть чистилка носа. У меня очень любит муж такую чистилку носа. Так-то, в принципе, нормально закрывается, но не туго. Вот так включаете, оно работает. Переставляется тоже до такой степени все легко и просто, что никаких вообще проблем нет. Вот оно работает, вот оно без насадки работает, то есть очень легко просто, и очень хорошо все убирается, если что-то есть. Вообще мгновенно, великолепно. Зарядку тоже он держит нормально, долго, особенно с собой в отпуск, в отдых, где жара, и бриться невозможно, будет сразу же раздражение. Вот такой вот триммер, просто обалденная штука с собой брать. В общем, мне очень понравился. Ну вот, что-то у нас один остался, и остался у Антона. А Антон — это такой человек, который он не любит, чтобы у него что-то где-то брали. Он любит удобство, чтобы было только у него под рукой, никуда не уносили. Ну, в принципе, все, наверное, как у обычных мужчин. А, вот, вот этот я сейчас открыла. Как раз-таки рассказывала, да, что он с маслом амлы. Сейчас пользуюсь этим. Эликсир питает, укрепляет, восстанавливает секущиеся волосы, запаивая их на кончиках. В общем, очень классный. Мне понравился, я его полюбила. Это вообще моя любовь. Артикул 1897. Он очень легкий, он классно лежит на волосах, сколько бы вы его ни наносили. Вот такого количества хватает на всю голову. Растираю по ручкам, наношу на волосы, и все. Большего не нужно. И как раз таки это я сейчас и делаю. Жалко же выкидывать. Аромат тоже очень такой приятный, легкий, такой не бьющий в нос сладости. Не слабый, но не сильный. Такой золотая середина, можно так выразиться. Дальше, вот она, зубная паста Sensitive, снижение чувствительности зубов 16,57. В каждых пустышках, в каждом обзоре. Так, это вторая. Малофтилин. Малофтилина в нашей семье должно быть много, поэтому я беру по 5 штук. Ну, в пустышках вы видели много опустевшего малофтилина. Я его мажусь, наношу везде. И на кожу тоже наношу, лица даже. Мне очень нравится перемешивать его с другими кремами, и пусть он в совокупности работает, потому что тут безумно богатый, очень хороший состав, очень крутой состав. Вот на него аннотация, тоже наишикарнейшая просто аннотация, я балдею от этого крема. Запах у него, конечно, аптечный такой, обычный, но что поделаешь, запах, конечно, не особо хороший. Артикул 709-12, но работает он на ура, и с прыщиками борется, и так далее. То есть, если где-то какое-то раздражение, я беру наш кислородный бальзам немножечко на руку, и этот перемешиваю, и на любой прыщик, на любое раздражение, неважно, после бритья оно, просто прыщик вскочил, какая-то рана, порез долго заживает, в общем, он из всего помогает. Штука классная. Ну, конечно, какой-нибудь там, тьфу-тьфу, не дай бог, фурунку, он, понятно, что не вылечит. Хочу сделать ночное обертывание для шеи, декольте. Заказала одну штуку, еще пока не открыла. Вот заказала вторую. Для чего? Для того, чтобы целый курс пройти, потому что я люблю прям, начиная с подбородка, шею, декольте, грудь и так далее. То есть и поехали. Вот, артикул 0738, и обычно мне его хватает недели на две. Так. Вот он, мой любимый аргининчик. Очень он меня сегодня спас. Вчера делала массаж первый раз за полгода, потому что в спину застреляла немножко. Все-таки сидячая работа дает за себе знать. Сидеть это плохо. Нужно почаще ходить. Артикул 1279 вот у этого аргинина. И когда мне сделали массаж, то прямо жгло, понимаете, жгло спину, все жгло. Вроде бы он не сильно и делал-то, понимаете, а все равно прям жгло. И я намазалась вот этим аргинином плюс малофтилином, то есть также вот навела в ладошки себе, мужу, потому что муж тоже делал массаж, и прям проделала. Отличнейший результат, просто наиотличнейший. Боль резко снялась, жжение резко ушло, и на следующий день уже не так сильно больно делать массаж,
как было бы без них. То есть прям мои фавориты. То есть три вместе прям смешала и нанесла, нашлепала потолще, посидела, потом втерла остатки. В общем, классная штука. Идет он у нас вообще в семье очень хорошо. Куда-то я задевала двухстороннюю щетку для умывания. Вообще. Почему двухсторонняя щетка для умывания, я до сих пор не понимаю. Это щетка для умывания плюс палочка для масок. Вот так бы я ее назвала. Потому что второй стороной, ну, вы никак не умоетесь. Вот так можно умываться, что-то типа скрабировать без скраба. Опять тавтологией занялась. А это легкое такое вот умывание, клевое. Тут слежалось оно потом, на место встанет. Тут ничего страшного в этом нету. Да? Вот видите, уже встает на место из-за того, что долго ехала. А эта вот штучка, кстати, оно тоже все снимается. Чем оно меня подкупает? Наношу какую-то маску, там умываюсь, еще что-то, он грязный. Вместо того, чтобы сидеть, тереть, я фигак в посудомойку и все. И очень хороши они с собой в поездке. Прямо очень нравится. Ну, в поездке, понятно, я вручную полоснула сразу, оно ничего не засыхает. И все здорово. В принципе, тут все разбирается. Никакой плесени, там еще чего-то в априори быть не может, потому что легко все разбирается, собирается. Очень пластично. Почти переживала, что ее потеряла. И тут села посмотреть, что же на сайте есть. Вот нашла биокапсулы для посудомойки. Вот вы представьте, да, их не было. В распродаже еще нашла свой кислородный бустер. Он скоро придет. Я без него прям уже не могу, потому что больше года я им пользуюсь. И вот эти штучки нашла. Их тоже не было наличия, они появились. Еще нашла свои губки любимые, дорогие. Но сейчас не об этом. Вот, смотрите, вот это я взяла новую посуду, потому что та куда-то задевалась. Вся посуда у нас разноцветная. Хочется все это разноцветье, правильно я сказала, божечки ты мой, отправить уже родителям в деревню, оставить там. Артикул 910-072. Конечно, где-то тресканная еще какая-то посуда. Мы обязательно выкидываем. Но я вам его показывала, какой он клевый, классный. Это просто вот дополнение, да, сколько штук я взяла. Вот, также они очень хороши на подарки. Далее, тут кучка мала таких вот палочек. У меня очень много покупают диффузоров. Я думала, что я палочки уже покупать вообще не буду, потому что я из предыдущих вставляю в нынешние, и зачем лишнее вот этот пластик валяться будет где-то потом в ведре, да, зачем это надо. Вот, я из этих соображений. Ну и экономия, конечно, что деньги на ветер выкидывать? Деньги не полюбят, тогда и не придут к вам, если их раскидывать налево и направо. И вот тут та самая ситуация, что у меня покупают диффузор, а палочек нет. И я отдаю просто вот свои палочки, потому что знакомые свои, достаю из своих диффузоров палочки, говорю, ну вот только такие. Она такая, ну давай пойдет. И мне пришлось из каждого диффузора по всей квартире доставать палочки, чтобы там хотя бы было 3 в пустом. Поэтому я заказала побольше, пусть они будут, пусть они лежат, потому что постепенно покупают, и вот скупили. Артикул 10.074. У меня очень любит мастер маникюра покупать вот эти диффузоры, и все у нее подружки покупают, а она перекупает у меня и отдает им. Такая вот интересная система. Влажные дезодорирующие салфетки. Артикул 24.69. Ну, их очень хорошо в дорогу с собой брать. Или вот мы идем в торговый центр, с собой в торговый центр. Все-таки хорошо. Дальше. Ватные палочки. 100% натуральное происхождение текстуры. Очень много раз их уже открывала на камеру. Заказываю только в Faberlic. Да, ценник немножко подороже, но все-таки они идут с другой стороны, они идут 100% биоразлагаемые, экологически чистые. То есть компания, если что-то выпускает, то она уже за этим следит. Пластик, она, весь пластик, который производит, она забирает на пункт выдачи обратно, и потом он идет в переработку. Вот такие палочки, полностью такие вот деревянные. В прошлый раз их высыпала, сейчас аккуратненько уже. Вот, очень-очень нравится. Артикул 910-254, размер 10,5 на 9 на 4,5. И материал бамбук и хлопок. Ну, бамбук у нас растет немеренными темпами, да, его и маринуют, и едят, и растет он очень хорошо, поэтому вообще супер экологично. Деревья рубить не нужно, как говорится. Так, еще одна коробка осталась. Вот такая средней тяжести. Будем смотреть, что же там. Так, так, так. Господи. Угу. Так, супер, супер, супер. Та-дам! Так, это значит, у нас влажная туалетная бумага еще. Да, помните, из последнего обзора было много влажной бумаги. Но у меня еще заказали. Это уже не мое, не мне. Но вот, пожалуйста, целая куча мала. Себе же я решила обновить коврики для ванны, и вот масок для волос у меня много. Значит, 0 плюс влажная туалетная бумага, артикул 304-101, вот, и 304-00, да, 304-01, а это 304-00, это взрослая, детская с пантенолом, взрослая с алантеином. Вот, ага, добрались до самого дна.
Вот те же самые аромадиффузоры, которые я очень люблю. Я заказала две штучки Sparkling Lights Happy. Это новогодний аромат, но ничего там новогоднего нету. То есть он очень классный, крутой, он всесезонный. И он пахнет там не мандаринами, не апельсинами. Тут он клевый. Тут, значит, эту пробочку убираете, вставляете палочки, и у вас приятный аромат дома, и качество воздуха даже улучшается. Очень их люблю. Расставлены у меня везде, и в туалете, и в коридоре, и на кухне. В общем, обожаю. Заказала мало, потому что заказ огромный, и пока что двух хватит. И еще они будут по купонам. В следующем периоде будут по купонам, а купонов у меня много, поэтому я их жду по купонам, чтобы заказать прям побольше, чтобы все поменять, потому что у меня там уже практически они все пустые, я их в один раз поставила, сейчас по всей квартире в один раз меняю. Вот одновременно у меня стоит, ну, наверное, 12 диффузоров сразу, потому что один в одном коридоре, другой в другом коридоре, в ванной, в туалете, у меня две ванны, два туалета, ну, в общем, где-то стоит, где-то не стоит, я уже за этим особо не слежу, хотя вначале мне хотелось, чтобы везде стояло, сейчас уже как-то попривыкла. Артикул 1890, такие вот маски, очень мне понравились свойством тем, что когда волосы длинные и их нужно ухаживать, вот именно эти маски хороши для укладки прямой. Прямой волос, волосы меньше кудрявятся и лучше укладываются, особенно если волосы наращенные и видно, когда свои замахрушки, как я называю, начинают выбиваться из общей массы красоты вот таким образом. Поэтому вот эту маску я, конечно, больше всего люблю перед какими-либо мероприятиями или люблю ее где-то на отдыхе во влажной стране. Вот, все-таки меньше волосы пушатся, меньше волосы вьются, все намного меньше, потому что вот когда мы по-моему, в Дубае ездили, там вечером прям столы прям сырые. Они покрываются вот этой влагой, сыростью, стулья, все сырущее прямо резко становится. Да, вот такой вот прям мощный конденсат. Поэтому бывает, что эти маски и не помогают. Нужно специально стайлинговое средство. Но в обычном климате, например, в Москве, очень даже ничего. Такая вот грубияночка-губочка с металлизированной нитью для уборки. Очень понравилась, клевая, классная. Уже начали пользоваться, заказать. Я хотела по 5 штук, но что-то вот... забыла переправить, что ли. Хотела по 5 штук заказать. Новинки очень понравились. А, артикул 910-434. Так, вот это, значит, губка с артикулом 910-432. Это салфетка для удаления пыли для сухой и влажной уборки. Тоже очень приятная. Я ее вам тоже уже показывала. Понравилась. Очень хорошо стирается. Тут написано, что ее нужно стирать без кондиционера. Ну, ребят, знаете, отдельно стирать тряпку в машине стиральной или стирать ее вручную из-за того, что нельзя кондиционер, не особо хочется. Ну, вот пока так. Запускаем все вместе. В общем, таким образом. Очень, кстати, износостойкая салфетка джутовая, большая. Ее можно использовать как полотенце. Она тоже биоразлагаема. Когда вы ее выкидываете, не наносите вреда окружающей среде. Артикул 910-382. Тряпка для полов. Иногда хочется во время мытья полов сменить тряпку. А помните, я заказала одну, а у нас большая квартира, много квадратов. И, конечно, иногда просто хочется во время мытья пола сменить тряпку. А у нас она одна. То есть я предыдущую выкинула. И осталась одна. В общем-то, лучше тряпочки 3 хотя бы таких иметь для мытья полов. И я опять одну заказала. Я хотела 2. Вот заказала одну. В общем, смех и грех со мной. Памяти проблемы, короче. И корзину я просматриваю. Вроде бы все нормально. Утверждаю заказ. Потом понимаю, блин. Потом думаю, ладно, что, в следующий раз закажу. Артикул 115-28. Очень хорошо тряпка моет пол. Ну и красная тряпка к деньгам. Так, решила я обновить коврики. Предыдущие выкинуть. Они в нормальном, кстати, состоянии. Они хорошо стираются в машине. У них все здорово и классно. К ним никаких нет претензий, но они уже просто старые. Им уже каким-то коврикам 2 года, каким-то коврикам, я не знаю, момент, когда, боюсь соврать, но 2,5, может быть, года, да. Чем они мне нравятся? Во-первых, цветами. Цвета или свежие, или вот такие нежные пудровые. Очень приятные цвета. Во-вторых, они хорошо впитывают в себя влагу и быстро очень высыхают в самой ванной. Артикул 910-272, кремовый коврик, но он такой пудровая роза, я бы сказала, да, нежный такой пудровый роза. Хотя вам в кадр сейчас, да, вот я на камеру посмотрела, что у меня отражается, все-таки кремовый отражается. Но на самом деле это роза какая-то такая пудровая, очень красивая. Ну, может, после стирки как-то выцветит, не знаю. Но вот я держу, мне нравится. Глаз радует взгляд. Очень нравится вот эта прорезиненная штука. И, в принципе, его удобно стирать. То есть так вот сложили,
запустили, достали, он быстро очень высыхает, он выжимается, мы его достаем, он практически уже сухой, его можно уже постирал и сразу класть на пол, он прям на полу может досохнуть, хотя пол без подогрева. И второй точь-в-точь такой же коврик, тоже прорезиненный, только голубой, очень приятный бирюзовый цвет, размер 58 на 39, артикул 910-271. Красота! Как у меня папа любит говорить, лапота. Ну что ж, вот и весь мой заказ, все мои коробки. С вами была Коннова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео, дорогие коллеги и новые подписчики. Вот такой вот огромный заказ, вот такая куча коробок.